Китайское правительство запретит государственным организациям тратить бюджетные средства на предметы роскоши, слишком дорогие заграничные поездки и щедрые приемы. Новые правила вызваны недовольством населения подобными тратами, которые многими рассматриваются как один из вариантов коррупции. Ограничения введены после серии скандалов с высокопоставленными партийными деятелями. Правила вступят в силу с 1 октября, когда страна будет в течение недели отмечать годовщину создания республики. Ранее подобные действия уже начали предприниматься властями отдельных провинций и муниципалитетов. Так, в городе Вэньчжоу, сильно пострадавшем от замедления экономического роста, в последнее время был введен лимит в 60 юаней на человека при организации обедов для чиновников. Кроме того, из меню были убраны деликатесы вроде акульих плавников и морских огурцов. В минувшем месяце городские власти объявили о продаже 1400 автомобилей из муниципального парка.